Игромания представляет. Друзья, а вы знаете, что кроме игромании в нашем издательском доме есть еще один отличный журнал «Мир фантастики»? И что вы думаете, он таки тоже вышел на iPad? Пилотный выпуск мы раздаем бесплатно. Загляните обязательно. Ссылка вот. С вами «Итоги недели». Программа обо всем самом интересном, что случилось в индустрии за истекшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Археологи нашли игровое захоронение. Omni Virtua выйдет на приставках. Продано 75 миллионов Assassin's Creed. Корейцы хвастаются размерами онлайнового мира. Киевлянин завоевал все достижения World of Warcraft. Дания скопировала себя в Майнкрафт. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. Археологи наткнулись на захоронение, которое еще вчера оказалось лишь городской легендой. Легенда гласила, что во времена великого краха видеоигр 83-го года компания Atari привезла и выбросила на свалку несколько грузовиков никому не нужных игр. Самой известной, печально известной, была ИТИ для компьютера Atari 2600. Никто не знал, где это место. Словно легендарное Троя, место свалки картриджей затерялось в веках. Много месяцев назад археологическую экспедицию организовали документалисты при поддержке Microsoft. И лишь недавно, получив разрешение от местных властей, они приступили к раскопкам. И вот он, успех. Найдены по меньшей мере сотни картриджей. Они неплохо сохранились за 30 лет. И теперь это уже не низкокачественные игры. Это исторические артефакты, товарищи. Археологические находки, музейные экспонаты. Часть истории, мрачной истории игровой индустрии 80-х. Игра «Безумный Макс» от студии Avalanche не выйдет в этом году. Об этом сообщил издатель Warner Bros. И, чтобы подсластить пилюлю, показал новый сюжетно-автомобильный ролик. У Макса отобрали его машину, но он не пал духом и построил новую, да еще какую. Чуть-чуть углубившись в возможности по настройке собственного автомобиля, разработчики показали в ролике моменты из скоростных автомобильных боев на постапокалиптических пустошах. А еще недавно пошли слухи о том, что в следующем году выйдет также продолжение Just Cause. Намеки на третью часть знаменитой серии появились в социальных сетях разработчиков с указанием на релиз в 2015-м. Будущее наступает незаметно. Понемногу исподволь игровые студии, разрабатывающие футуристические игры, становятся законодателями моды. В смысле, настоящей моды. Канадская компания Frank & Oak выпустила коллекцию одежды, которую вдохновила еще, кстати, не вышедшая игра Watch Dogs. Под лозунгом «Все связано и все это сила» вышла лаконичная серия, состоящая не только из неприметных серых футболок и рубашек, кепки главного героя и сумки необычной формы. Не хватает разве что куртки. Впрочем, это не первый раз, когда дизайнеры одежды вдохновляются играми. Несколько лет назад появились куртки Mass Effect. И не только куртки. Если вы смотрите наши выпуски новостей, то наверняка знаете про Virtua Omni, своеобразный тренажер, в котором можно ходить на одном месте. Недавняя громкая покупка Oculus Rift за безумные миллиарды совершенно неожиданно помогла создателям тренажера. К ним прибежали взволнованные инвесторы. Компания, которая собрала миллион на Kickstarter и недавно провалилась на инвестиционном шоу Shark Tank, вдруг обнаружила, что ей суют в руки 3 миллиона долларов. На эти деньги Virtua усилит производство устройств, расширит рынки и, возможно, выпустит тренажер еще и на консолях. Пока что продано 3000 устройств Omni. Не так много в сравнении с почти сотней тысяч проданных шлемов, но для такого необычного устройства, да еще ценой в 500 долларов, вполне нормально. Корейская студия Pearl Abyss, разрабатывающая виртуальный мир Black Desert, выпустила 10-минутное видео, в котором она, что называется, показала товар лицом. Никаких разговоров, сражений, сюжетных тайн.
Просто камера летит через игровой мир. Через весь игровой мир. Города и деревни, леса, замки, скалы, реки, моря — все проносится перед объективом виртуальной камеры, уносясь вдаль. Единственное, чего в ролике нет — подземелий. В них создатели видео заглядывать не стали. Это не первый ролик, которым разработчики Pearl Abyss хотели произвести впечатление на искушенную публику. В начале апреля они выпустили ролик, в котором показали процесс создания персонажа. И он, надо сказать, немного отличается от классических, к которым мы привыкли в жанре ММО. Точнее, сильно отличается. Правда, планов выпустить игру на Западе у ее создателей пока нет. В этом месяце началось лишь бета-тестирование в самой Южной Корее. Сколько всего видеоигр вышло на свете за всю историю и на всех платформах? Вопрос непростой. Кто-то даже скажет, что подсчитать все игры невозможно. Однако фанат игровой индустрии с именем Databaser с этим не согласен. Он затеял проект, в котором должен пересчитать все на свете игры. И консольные, и компьютерные, и мобильные, и браузерные, и даже так называемые визуальные новеллы. Первые записи датированы 71-м годом, а всего в списке 43 тысячи названий, и их количество постоянно растет. Ubisoft объявила, что ее самая успешная серия Assassin's Creed распродалась суммарным тиражом в 73 миллиона копий. Эта серия началась в 2007 году с первой части, и с тех пор вышло 15 игр, из них 6 в основной серии. В этом году, напомним, должны выйти еще две игры. Про одну из них мы знаем, что она называется Unity, и ее действие происходит в революционном Париже, а второй пока ходят слухи. Другими успешными сериями Ubisoft стали Just Dance — 48 миллионов, Splinter Cell — 30 миллионов, Rainbow Six — 26 миллионов, Rayman — 25 миллионов, Prince of Persia — 20 миллионов и Far Cry — 18 миллионов. Коллекционировать достижения World of Warcraft — занятие для стойких и упорных. Но кто же самый-самый стойкий и упорный? Теперь мы знаем ответ. Это 32-летний киевлянин Андрей, он же жрец Хируко, сервера Разуги. Он стал первым в мире человеком, собравшим все 2057 достижений. Больше ему делать в игре решительно нечего. Ну, по меньшей мере, до следующих обновлений. Швед Эмиль Аксельсон так любит Nintendo и серию игр про Марио, что готов показать это на пальцах. Буквально. Щелчками пальцев он сыграл знакомую мелодию от начала и до конца. Не повторяйте этого дома. А если все же решитесь попробовать, постарайтесь не сломать пальцы. Финская студия Walking of Sunshine при помощи монтажа превратила бытовые моменты из четвертой части Battlefield в произведение искусства. Отдельные куски кадров замирают и даже идут вспять. Солдаты и техника останавливаются. В воздухе парят застывшие самолеты и ракеты. Упавшие трубы поднимаются, взрывы на глазах схлопываются. Остановись, мгновение! Точнее, мгновение! Стой, раз-два! Неизвестный герой шотландского происхождения с канала Mediocre Scott взялся подсчитать все ругательства в пятой части Grand Theft Auto. Он не только успешно совершил задуманное, но и сделал ролик, состоящий только и исключительно из ругани. Вышло 12 минут видео, в котором, например, самое знаменитое в мире бранное слово прозвучало больше 1000 раз. Зачем нужна такая статистика?
«А почему бы и нет, черт побери?» – отвечает шотландец. Власти Дании сделали карту для Майнкрафт на основе собственной страны в формате 1:1. Занималось этим Министерство по окружающей среде. Но, конечно, не вручную, а на основе официальных картографических данных. В результате получилась карта со всеми городами, дорогами, селами, реками, горами, вплоть до мельчайших подробностей. Ушло на нее 4 триллиона кубиков. И весят получившиеся файлы так много, что скачать карту целиком невозможно, только кусочками размером 4 на 4 километра. Зато сделать это можно бесплатно. Это ведь не коммерческий проект, а государственное дело. Ирландский певец Гэвин Данн спел лирическую песню о Bioshock Infinite. Точнее, о событиях дополнения Burial at Sea, где смешались подводные поселения, параллельные реальности и красоты Парижа. Посвящена песня «Элизабет», и женскую партию в ней исполнила певица из Нью-Йорка Лорна Доллери. Забытые лица, холодные сожаления, темное прошлое и беспощадное время. Об этом сюжет игры, и об этом песня Гэвина и Лорны. More tears, wells run dry. Художница и поклонница экстремального макияжа Алексис Флеминг внесла вклад в игровую культуру, представ перед подписчиками своего канала в образе Реймана, а заодно провела небольшой урок на важную, актуальную и животрепещущую тему «Как с помощью макияжа сделать из себя Реймана?». Возможно, такой косплей покажется вам жутковатым. Спорить не будем, но напомним, что бывали у Алексис Флеминг и пострашнее работы. Не далее как несколько недель назад художница учила подписчиков изображать персонажей серии «Алисы» от МакГи. Вот тогда нарисованные и даже анимированные образы действительно могли навеять ночные кошмары. А пока художница демонстрирует экстремальный боди-арт, мы перейдем к традиционной пятерке трейлеров. Трагедии и катаклизмы, сражения и знакомые герои в новом игровом трейлере Dragon Age Inquisition. You walked out of the Fade, and our soldiers found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived? At this moment, you are the only threat I see. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the Breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. It's raining demons out here. We will close the breach. We will find those responsible, and we will restore order. Whatever we were before, we are now the Inquisition. «Как стать команданте?» Студия Calypso представляет трейлер пятой части карибской революционной стратегии Tropico.
Разработчики Project Cars утверждают, что все это видео взято прямиком из игры. Решайте сами, верить им или нет. Перед вами анонс Autosport, новой гоночной игры из серии Grid. Bungie поделились тремя короткими роликами про классы из амбициозного шутера Destiny. На этом все. Играйте только в лучшее.